Чувак, просто посмотри, мы сделали из Скайварса настоящий Бэдварс. Мы застроили с тобой кровать и прямо сейчас будем ждать противников. Надеюсь, они нам ее не сломают. И я вообще не знаю, что из этого получится, чувак. Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я, Валрус, и со мной сегодня Слай, привет! И прямо сейчас мы вместе с Тайм превратим игру Скайварс... Во что? Бэдварс! Да, прямо сейчас вы это увидите, как мы это будем делать. Это будет очень классно, потом мы еще посражаемся. И, короче, это будет классно. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите ролик до конца. Поехали! Эй, чувак, а ты знаешь, что теперь видеоролики Валруса будут выходить два раза в неделю? Серьезно? А по каким дням? В воскресенье 12:00, а в среду 16:00. О, спасибо, братан. А как мне узнавать о видеороликах Валруса самым первым? А, так это легкотня. Просто нажми на колокольчик рядом с кнопкой подписаться и после этого выбери подпункт «Показывать все». Серьезно? Тогда я уже побежал. И среди тех, кто первый будет просматривать видеоролики Валруса, конечно же, ставить лайки и писать комментарии, будут получать подарки от самого Валруса, то есть росписи, сигны, лицензии Майнкрафта и всякие другие штуки. Ну что, ребят, вот мы уже находимся в Скайварсе, и прямо сейчас мы превратим Скайварс в... Бэдварс при помощи ножниц и небольшого везения вместе с... Я думаю, что твои... Я надеюсь, у нас все получится. Конечно, Стай пролагал почему-то. И давай, у тебя есть ножницы? Давай быстрее, пожалуйста. Да, у нас сейчас, должно быть... секунду, я их делаю. Быстрее! Я боюсь, что нас сейчас убьет. Пойдем с тобой на центр и залутаем шерсть. Ладно. Нагрудник, меч. Все, побежали. Топовый теперь. И самое время построиться на центр. Кстати, ботинки все есть. Давай, не надо, это очень долго, Время занимает. Одевайся. Ты мне потом скинешь, успеешь скинуть, все. Так, давай, и сразу поднимаемся сюда, чтобы нас никто не успел убить, чувак. Нас никто не успеет убить, я нашел шлем нам еще заодно. Вот видите, вот просто Слай никуда не торопится, почему-то. Да, хотя, все прекрасно. Хотя надо. Так. У нас самый простой и самый классный челлендж, в котором... Не самый простой, окей. Короче, мы прямо сейчас должны будем добыть очень много шерсти для того, чтобы... По полстака каждому, либо же стак всего лишь на двоих. Также держите шапочку. Шапка сзади, возьми шапку, пожалуйста. О, шапка алмазная, это прикольно, спасибо, братан. Так, главное, чтобы нас сейчас никто не убил. И не сломал нам никто кровать. Потому что мы сейчас превратим реально в Эдварс эту игру. И надеюсь, у нас все получится. Главное кровать не давать. Так. Главное ты ее не встать пока что. Окей. Чтобы ее не кровать. А то потом придется еще и оборонять всю эту игру. Я думаю, у меня уже достаточно. Достаточно. У тебя сколько? А вообще ножницами как копается? У меня 15. Ну, довольно быстро. У меня 24. И в принципе, я не думаю, что нам больше понадобится с тобой. Чуть-чуть, я думаю. Ну давай еще покопаем, все равно время есть. И... Я думаю, что ты будешь бэдварсером, я буду просто слаб, там, знаешь, так бегать вместе со снежками. На бэдварсе нет снежков. Почему бы нет? Кстати, это довольно хорошая штука, то что на бэдварсе нет снежков, потому что скидывали бы постоянно, я так думаю. А в нашем бэдварсе снежки будут, ура! Так, короче, у меня уже 40 шерсти, и я думаю, что... у меня 27. Окей, замечательно. Знаешь, я так думаю, что надо было мне взять ножницы, накопать тебе шерсть и продать ее. Как, знаешь, делают эти жители. А, житель, да, точно. Ты мог поставить скин жителя и продать, ладно. А еще у меня кто-то... Здесь ифрит есть. Стой, чувак, побежали быстрее на остров, давай ты не будешь все-таки. Так, я уже сделал кровать, чувак. Опа. Оп. Так, а давай я тоже сделаю кровать, у нас здесь будет две кровати. Две кровати. Так, а я свою уже начинаю застраивать, чувак. Я уже начинаю свою застраивать кровать. Ребят, кстати, это челлендж, наверное... Записывали некоторые ютуберы. У меня есть доски. Слышишь? Я говорю то, что эти челленджи записывали многие ютуберы на русском ютубе, но никто не застраивал ее на Бэдварсе. И прямо сейчас мы ее застроим. И давай я пока что. Я ни разу не видел этот челлендж, если честно. Не-не-не, был такой, был. Сейчас мы максимум построим. Здесь, знаешь, еще надо воду разлить. У тебя есть вода? Надо сделать. Сейчас давай найдем воду. И кстати, если мы сейчас с тобой выиграем и затащим. Это будет изи. Мы, главное, сейчас кровать должны не потерять, чтобы респавниться. Чувак, просто посмотри, мы сделали из Скайварса настоящий Бэдварс. Застроили с тобой кровать и прямо сейчас будем ждать противников. Надеюсь, они нам ее не сломают. И я вообще не знаю, что из этого получится, чувак. Так, окей. А ты хотел выпилиться из игры? Смотри, один чувак остался, давай посмотрим на его реакцию. Нет, ты только не уходи. Так, я пойду залутаюсь, если что, я его приманю. Окей. Давай все-таки оформим немножко наш остров. Типа это розовый остров. У нас же розовая шерсть. Давай, допустим. Так, кстати, у меня еще полстак-то есть. И даже есть эндерперл. Вот так вот немного, не знаю. Чтобы на чужую базу телепортироваться. Стой, а может быть я сделаю вторую базу, и мы с тобой сразу, условно говоря. Кстати, ну если у тебя есть время, то давай. Давай, короче, на время сейчас. Противоположную застраивай. Будем ломать, собственно, друг друга. Только там чувак, нет, это опасно. Где он? Он сейчас побежит в твою сторону. Ну лучше, блин, ну лучше быстрее тоже застраивай. Бежит парень, причем еще одетый. Так что, сейчас мы доиграем эту игру. И если кто-то из нас сейчас здесь выживет. Я надеюсь, что выживет. Если так постараться. Так. Поставьте, ребят, лайки. От лайков сейчас очень многое зависит, на самом деле. Так. Реально, прям вообще все зависит от лайков. Ой-ой-ой, вот Ильфрид, это опасно, пацан. Да, ребят, поставьте, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, потому что, блин, это очень прикольный челлендж. И... Че там, он идет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это больно. Он пустил скелета. Так. Жесткий парень.
Эндерперл. Е? Давай, ты его убьешь? Я постараюсь. Нет, мы его не убили. Блин, окей, но мы все равно сделали защиту для кровати. Ну что, ребят, мы зашли в приват игру Скайварса, чтобы, как и заявили в прошлой игре, попробовать сразиться на Скайварсе, в скобочках Бэдварсе, или наоборот. Короче, у нас очень много хп, кстати, почему-то, но это даже лучше, я так думаю. И прямо сейчас... Да, сейчас будем играть максимальный Бэдварс с новой фишкой. И сейчас мы должны, наверное, сделать себе кровати и... И что? И защиту для кровати. Так. И, в принципе, найти друг друга. Кстати, мы должны будем, наверное, развиваться друг напротив друга, чтобы было прям поинтереснее. Ну да, я думаю, да. Я прямо сейчас, наверное, пойду все-таки за шерстью, чтобы ее добыть. Логично. И... Да, кстати, стоило бы. И чтобы у меня была кровать и защита для кровати, думаю, она будет хорошая. Ну, тогда давай мы сейчас оставим, наверное, какой-нибудь таймер друг для друга. И потом уже пойдем. Ну, давай. Через некоторое время сразимся. Я думаю, минут через три таки сразимся. Давай, три минуты. Отчет пошел. Раз, два, три. Три, два, один. Все, время пошло. Я иду на тебя сразу же, чувак. Если что, мы договорились, что мы не убиваем друг друга, пока не сломаем кровати. А, мы мешаемся. Да, только не смотри, чем я тут занимаюсь. Тут немножко ужу рыбу, так сказать. Так. Давай, подходи. Так, ну, сейчас, я думаю, как сломать твою кровать, чувак. Хороший моржик. Ай, какой хороший. Так. Мне это нравится, ребят, я ловлю моржа, короче. Да ты заколебал. Она рано или поздно сломается, так что ты тут... Опа, а что, думал, у меня нету такого? Ну ё-моё, я упал. Мне так неинтересно, короче. Так, тихо. Ладно, там вода есть, если что, выживешь. Блин, ты реально мешаешь мне? А я к тебе пошел, так что... А ты уверен, что меня оставлять тут? Это хорошая идея. Да ладно, короче. Опа, я сломал тебе кровать, чувак, все. Я тебе тоже, у тебя там чисто шерсть стояла. Ну и что? Я на самом деле думал, что... Ну тогда PvP, давай, иди сюда, иди сюда, будем PvP-хаться. Так, у меня, кстати, меч зачарованный, типа... А мне все равно, я PvP-шер в Майнкрафте. Ладно, давай. Опа, побежали. Ах ты, еще и золотое яблоко съел. Нет. Опа. Нет, ну меня сейчас кинешь здесь. Это было бы очень интересно. Оп. Как я люблю говорить, когда PvP-шер все поп. Давай. Ай, как жестко. Да блин, ты все равно меня выигрываешь, что такое? Давай. О нет, я там... Блин! Я мог упасть, мне было так ты страшно. Ты меня выиграл, вот... Йо, ребят, ну вот так вот мы поиграли в Бэдварс все-таки на Скайварсе. Приходите на канал Слава, у нас там будет борьба с зомби, видос про борьбу с зомби. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи!